Друзья, всем большой-большой привет. У меня в жизни наступил новый этап. Это этап стройки моего будущего дома. На данный момент у нас уже лента практически выкопана. И приехала бурилка, которая нам будет бурить сваи. Ребята заканчивают копать последнюю траншею. Вот, ну а мне уже есть, что вам показать. Осталось, получается, копнуть только серединку. Буквально сейчас часик, они уже закончат. Связали армокаркасы. Вот у нас получится раз готовый, два, три, четыре армокаркаса готовы. Вот практически все траншеи вырыты. Вот так вот все ровненько, аккуратненько. По лесочке. Красота. Ребята работают, просто кайф. Вот. Смотрите, что тут. Идеально. Сейчас пробежимся, покажу, что тут происходит у нас. Чтобы вы понимали общий план работ. Вот. Параллельно картошечка поливается и готовится плов. Шланги дырявые, свистят со всех дырок. Так что, ребята, я на строительном отпуске. У нас готов обед. Смотрите, какая красота. Пальчики оближешь. А! Горячо. Сейчас будем обедать. Так, ну что, мы тут пообедали. И на данный момент, как вы видите, заезжает бурилка. Главное, чтобы она не провалилась. Все в домике. Рвет. Может, ее по центру?
мастера. Соседи копают ручным ямабуром. Сейчас покажу, как это происходит. Поняли. А теперь сейчас покажу, как копают профессионалы. И таких свай нам надо пробурить 45 штук. Процесс идет. Там до глины уже, да? Ну да, практически. Практически до глины. Внутрь засыпать, не знаю, это не проблема. Короче, они в процесс идет. Ага, хорошо. Все, давай. Давай. Что там, хорошо видно? Так, вон едет первая машина с цементом. Андрюха счастлив. Друзья, всем привет. Всем привет. Мы готовы принимать бетон. Первый. Первый. Первая машина и первый миксер. Пойдем показывать. Вон он, видишь, далеко-далеко едет. Ну как далеко-далеко. Скоро уже будет у нас. У нас уже все готово. Копаем мы с 22 числа, сегодня у нас 28-е, за 6 дней мы подготовили, получается, все к заливке фундамента, прокопали сами траншеи, выкопали, пробурили сваи, все это дело заармировали. Пойдем покажем, хоть немножко, пока пару минут времени есть. Бегу. Вот, как раз все видно хорошо.
Вот получается 40 сантиметров мы углублялись в землю, 45 ставили сверху щиты. От нижнего уровня получается опалубки, так скажем, да, траншеи. Копали 2 метра. 2 метра копали сваи. Вот, все это дело, еще раз повторюсь, армировали. Ну, как бы у нас все готово, и мы готовы принимать бетон. О, и дядька хороший приехал, знаю я его. Давай, держи. Это тот, который Генка заливал. Здравствуйте. Здравствуйте. Тут начинаем. Вообще, с гаража, вот с оттуда. Сейчас будет шумно? Да что будет шумно, нет? А это твой вибратор будет работать. Брррр. Да? Да. Ну он не сильно шумит, он так. Тем более, он там будет в бетоне. Так. Мы будем мешать, нам надо свалить отсюда, наверное. Ну ты давай, я буду ребятам помогать, что-то как. Ага. Ну, а ты фиксируй. Фиксируй все на видеокамеру. Андрюха сам процесс-то особо не снимал, да, я так поняла? Времени, друзья, не было. Я так вот моменты какие-то снимал, как сваи бурили. По-моему, как вязали каркасы сами, вот эти каркасы с арматурой. Вот. Ну, в общем-то, времени не было. Я работал наравне с ребятами. Кстати, водитель на погрузчике профи. Я уже не первый раз наблюдаю. Сейчас бац, забор тебе снесет. Профи! О! Регулируют ребята. Так, ладно, ты снимай, я пошел. Давай. О, я видел этот смайлик. Ну, я тебе говорю, это дядька, я тот, который... Ты профи такие всякие мелочи снимать. Да. Позарь, пошел. Спасибо. Сезонная бочка. Готово. Вот уже. Оп. И все пойдет туда. Что, мы здесь будем сейчас? Прикольно. Он что, прям воду отсюда добавлять, болты, наверное, да, у него здесь? Да, да, чтобы он пожиже был. Смайлики, вода. Да, и сейчас туда пойдет. Короче, само все доплывет. Ну, как бы, да, и надо немножко... Это я с той стороны пойду посмотрю. Давай, давай. Все, караем готовы. Да. Первая на... Первая набулькалась. Первая набулькалась. А, это вторая была там. Первая, да, в начале. А, не по очереди, туда-сюда, да, ее? Отпусти его, да. А, вон зачем? Да, он двигает. Я уже на штурмой. Да, смотри, как выполняется. Ты рад хоть? А? Ты рад? Я очень рад.
Я знаю, что 6 дней ждал этого процесса. Сейчас он начнет заполняться, мне вот тут надо будет закидать. Ты уже свою работу знаешь, да? Я уже готов строить. Че? За умного сойду? Да. Че, хочешь принять участие? Только работать туда. Почему? Говорят, иди сиди. Да нет, у них что, команда, они все слаженно работают. А ты мешаешься, ходишь, да? Да, что я скажу. Я могу так подойти, поглядеть. Ну хочется, да, участие-то принять? Да нет, если честно, не хочется. Нет? Это тяжелая работа. Лучше наблюдать, как другие работают. Ну, можно арбузика поесть. Наверное, я так и сделаю. Отрежу кусок себе арбуза и буду стоять смотреть. Пойду ручку. Давай. Прям как директор буду стоять, есть арбуз и смотреть. Ты как будто с пляжа только пришел. Как в унитаз, да? Красота. Thank you.
говоришь? Она везде, везде течет. Потихоньку, да? Да, везде, везде, идет, идет, идет. Сейчас смотри, эта свая наполняется тоже. Начнет пересекать дальше. Все, как ты думаешь, сколько нам кубов? Сейчас еще одна семерка придет и будет 41 куб. А потом надо будет по факту по заказу. Ага. Что, все что ли? Вот это. Поворачивай туда! Как все, да?